Итак, всем привет. Сегодня я сделаю обзор девятиэтажки серии по 49. Давайте мы сейчас посмотрим на дом. На данный момент он у нас розовый, но есть несколько видов. Есть синий с полоской, есть бежевый и так далее. Есть зеленый и есть желтый, то, что в яснево. На данный момент у нас розовый. Посмотрим на подъезд. Сейчас на данный момент дверь такая, но иногда бывают под окном посередине. Ну что, зайдем в подъезд. Так, дверь закрыта, видите. Набираем код. Заходим. Здравствуйте. Дверь закрываем за собой. Давайте посмотрим на тамбур. У нас сейчас подъезд вот так. То есть тамбур сейчас вот так выглядит. Но обычно иногда не выглядит по-другому, как я сказал. Потому что подъезд бывает под окном. Пройдем подъезд. Так, блин, тут очень скользко. Смотрим на подъезд. Он у нас тут такой. Сейчас тут почтовые ящики. Пройдем к лифту. Вот тут, видите, стоит советский лифт. А вот тут лестничная клетка. Лестничная клетка примерно вот так выглядит. Давайте поднимемся повыше. Тут мусоропровод. Тут у нас окошко. А тут другой этаж. Ну что, поехали. Проходим. Нажимаем на 9 этаж. Вы видите, у нас приказник тут на 9 этажей рабочих, исключая вот эту кнопку. Лампа у нас горит 2 из 3. Кабина старая, а слева створка начала 60-х времени, наверное. Вот она вот такая. А тут под дерево отделано. Приказ положен дальше к стене. То есть при... Так, тут даже новогоднее украшение. И тут ВП 710, наверное. Так, тут у нас новогодние украшения. И вот вид из окна. Тут у нас, там, видите, вдалеке есть вот эти, так скажем, современные здания. Адрес данного объекта: улица Академика Миллионщикова, дом 18. Адрес я укажу, год постройки я укажу в описании. На улице Снежная, сегодня у нас 8 января. Вот тут выглядит также подъезд. Вот видно даже 2 этажа сразу. Пойдемте вниз. И на 8 этаже у нас стоит ВП-31. Давайте посмотрим на табличку. И также посмотрим на лестничную клетку. Вызываем лифт. Поехали обратно. ВП-31. Проходим. Извините, но это... перезалив, так, потому что прошлый обзор серии по 49 у меня был, я его удалил в связи с тем, что он устарел. Тут у нас надписи. Я могу сказать то, что на стенах писать нехорошо. Так, здравствуйте. Так, давайте пойдем. Автор Витя Каштанов Илья. Так,
Вот он, я повторюсь, выглядит вот так дом. На данный момент у нас был розовый. Смотрите в интернете, если хотите узнать об этом доме подробнее. Серия P49 и P49D есть. Спасибо всем за внимание. Автор видео Каштанов Илья. Всем пока.